Как вам на хоккее и насколько вам удалось прочувствовать, я не знаю, вот спортивный дух вот, соревновательности здесь? Ну, это действительно круто. Мы, правда, немного не понимаем некоторых моментов. Там, например, когда все там «Авангард! Авангард!», а Югра так, ну, тихенько объявили. Для нас каждого объявляют там круто, и все там хлопают. А тут именно за одних болеют. Ну, естественно, это потому что домашняя арена. Нам это странно прям. Ну, в целом-то есть вот ощущение такого сопричастности вот к чему-то большому вот здесь? Ну, да, болеем, сидим там, кричим в первом периоде как-то еще не разогрелись, а во втором прям уже орем, там все, уже эмоции там зашкаливают. Что мы все сделаем? Это наш... Обязательно финал. А тренировка? 55, это вообще, это здорово. Это здорово. Да. Еще раз спасибо вам, вы просто молодцы. Спасибо. Вы сделали для России. У вас вот профессия очень такая, да, связанная со сосредоточением, да, очень. А вот как вы считаете, в хоккее что главное? Наверное, поддержка. Вот когда кричат, я слышала, что они просят погромче делать музыку там и так далее, чтобы им, так сказать, из-за этого шума абстрагироваться, наоборот, в себе, чтобы они не растрачивали эмоции. Мне кажется, это главное. Пожелайте что-нибудь «Авангарду» на предстоящий сезон? Только меткие броски. Меткие выстрелы в чужие ворота. Да, в чужие ворота желательно. Хорошо. А мы вас, в свою очередь, тоже поздравляем с медалью. Спасибо вам за ваш труд и новых побед. Спасибо.